Здравствуйте, в студии Ирина Никешина. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Реконструкция дорог продолжается. Глава региона лично оценил ход выполнения работ в Наринмаре и поселке Искателей. Централизованный стройзаказчик ждет реорганизация. Она произойдет до конца текущего года. Сфера дорожной деятельности будет передана в ведение государственного бюджетного учреждения «Автодор-НАО». В Наринмаре проходит семинар совещания по развитию языков КМНС под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятие объединило порядка 130 представителей более 10 национальностей, а также руководителей, педагогов и специалистов образовательной сферы России. В Наринмаре прошла битва ресторанов. Конкурс под таким названием состоялся в рамках гастрономического фестиваля «Тундра». Кто оказался лучшим, расскажем в ближайшие 20 минут. Глава региона Александр Цибульский оценил ход реконструкции дорог в Наринмаре и поселке Красное, работы на которых начались в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Дружбы работы по реконструкции ведутся на всем протяжении автодороги. На сегодняшний день на объекте выполнены восстановительные работы, уложена дорожная одежда, асфальтобетонное покрытие. До 30 сентября подрядчику, предприятию «Наринмар-Доремстрой», необходимо обустроить тротуары и уличное освещение. При реконструкции также были учтены пожелания жителей микрорайона. Все согласовано. Ну, у каждого индивидуальный проект, грубо говоря. Согласовываем с каждым жильцом. В этом году все успеем? Все успеем. Никаких сомнений. А у нас все идет по графику? Нет, вообще. У нас в связи с изменением по проекту, ну, отклонения какие-то есть, у нас продление там на 15 дней. Ну, мы, я думаю, что даже раньше закончим. На следующем объекте участки автодороги Наринмар-Красная реконструкция выполняется с опережением графика. На сегодняшний день здесь выполнены разбивочные работы, а также работы по переустройству и защите газопровода, переносу линии электропередач, возведению земляного полотна, завозу материалов и укладке асфальтобетонного покрытия тротуаров. Да, опоры стоят 50%, сегодня будут стоять 100%. Вечером. Сегодня поставите весь? Да, конечно. В пятницу уже вся сеть будет раскинута. И светильники будут поставлены в среду. Вот. Первые 300 тонн асфальта уже уложены. При реконструкции дороги были учтены пожелания жителей поселка. Организованы выходы и выезды из дворов, что изначально не было предусмотрено проектом. В то же время опасения у местного населения вызывают ограждения вдоль тротуаров, которые, по их словам, создадут дополнительные неудобства зимой во время уборки снега. Как отметил гендиректор СМК «Строй» Владимир Дадов, ширина проезжей части составит 6 метров, поэтому трудности возникнуть не должны. Здесь был выбор такой, или мы сносим все огороды людей, вот, или же мы немножко заузим определенную именно зеленую часть. Мы занизили зеленую часть с 2 метров до 70 сантиметров. Вот, ограждение у нас вписалось, и при этом территории жителей не пострадали. Дорогу на центральной улице поселка компания СМК «Строй» планирует реконструировать на год ранее установленного контрактом срока – 20 декабря 2020 года. Финансирование реконструкции осуществляется за счет окружного бюджета и составляет чуть больше 250 миллионов рублей. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». До конца года в регионе должна завершиться реорганизация централизованного стройзаказчика. Она подразумевает выделение из казенного учреждения Ненецкого округа нового юридического лица – государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги НАО». Соответствующее решение администрации округа сегодня обсудили в региональном парламенте. Там состоялось заседание постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. По информации разработчиков проекта, целью предлагаемой реорганизации является создание оптимального механизма осуществления деятельности в сфере строительства и дорожной деятельности посредством разделения двух масштабных функций между двумя учреждениями. Дорожную деятельность в виде содержания текущего капитального ремонта мы хотим, ну, скажем так, делегировать или выделить из ЦСЗ и делегировать в сторону именно государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги НАО», как это было уже Валентиной озвучено. Почему? В том числе для того, чтобы по ключевым магистралям округа, от которых зависит жизнедеятельность большинства населения, у нас был управляемый в ручном режиме государственный подрядчик, чтобы мы могли понимать, стабильность и качество оказанных услуг были регулируемы в ежеминутном режиме.
Рабочие места в новом учреждении будут предложены сотрудникам ДРСУ. В свою очередь, депутат окружного собрания Татьяна Федорова уточнила, будет ли необходимость в дополнительных бюджетных средствах. Как пояснили представители департамента, точное финансово-экономическое обоснование будет представлено после утверждения устава, штатного расписания и объема госзадания. Те расходы, которые предусмотрены сейчас в бюджете на содержание дорог, они будут, скажем так, использованы при создании этого ГБУ, и содержание дорог также будет производиться в счет тех расходов, которые заложены уже сейчас. Большую дискуссию вызвал вопрос о передаче в округ полномочий по городским дорогам. Как отметила Валентина Саутина, в настоящее время не все дороги оформлены, поэтому есть предложение перенести срок передачи полномочий по дорогам на 2021 год. По вопросу окончательного завершения паспортизации дорог депутаты предложили сделать запрос в адрес городских властей. Председатель окружного собрания Александр Лутовинов отметил, что в целом понимание о реорганизации есть. При этом самый главный вопрос – насколько она будет эффективной. По итогам обсуждения принято решение вынести вопрос на рассмотрение сессии. Ирина Никишина, Владислав Ткачев, телеканал «Север». В Ненецком округе завершается кампания по опережающему завозу топлива в поселения региона. По информации оператора северного завоза, муниципального унитарного предприятия «Севержилкомсервис», энергоресурсами на зиму обеспечены 99% поселений Заполярного района. Как пояснили на предприятии, опережающий завоз топлива в эти дни продолжается в Усть-Каре. Это единственное поселение округа, куда осталось завести топливо. Сегодня там идет разгрузка судна с каменным углем. Завтра ожидается поставка нефтепродуктов. К 24 сентября ожидается приход судна с дровами. Таким образом, завоз угля в труднодоступные населенные пункты НАУ на текущий момент выполнен почти на 90%. Дров 98,5%, дизельного топлива 100%. Масел и смазок 90%, бензина 83%. Всего в текущем году Севержилкомсервисом закуплено 10 139 кубометров дров, 24 388 тонн каменного угля и 12 000 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Согласно условиям контракта, все виды топлива должны быть поставлены в населенные пункты округа до 30 сентября 2019 года. Языки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего образования Российской Федерации. Современное состояние и перспективы развития. По таким названиям в Нарьян-Маре продолжают работу семинар-совещания по развитию языков коренных малочисленных народов Севера под эгидой Министерства просвещения России. На дискуссионных площадках собрались порядка 130 представителей более 10 национальностей, а также руководители, педагоги и специалисты образовательной сферы России. Нарьян-Мар впервые стал площадкой для столь масштабного мероприятия. Семинар-совещание «Языки коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего образования России» проводит Министерство просвещения, Федеральное агентство по делам национальностей и Фонд сохранения и изучения родных языков народов России. Мы сегодня очень много говорим о том, что необходимо сделать, чтобы родной язык действительно продолжал жить, чтобы язык изучали, чтобы это было не застывшее явление, а очень динамичное, развивающееся и живое. Важным шагом для сохранения и развития родных языков стало учреждение в этом году фонда, который позволит отмечать проблемы в этой сфере и системно их решать. Одно из направлений деятельности фонда – издание учебников. Сейчас объявлен конкурс на издание учебников. К сожалению, готовых рукописей очень мало. Поэтому и на конкурс не так много подано работ на издание учебников. Ну вот, надеемся, что завершится период к 30 сентября, уже начнется подведение итогов конкурса. Но мы деятельность свою не ограничиваем только изданием учебников, а согласно уставным целям, да, и указу президента ведем большую работу по популяризации родных языков и по привлечению молодежи вот в сферу преподавания родных языков. Главным фактором исчезновения родных языков коренных народов становится то, что в семьях перестают на них разговаривать. Мы должны создать те условия, которые бы позволили очень профессионально, правильно выстроить работу по изучению детьми родного языка. Но если не будет семьи, в
которые будут говорить на языке, если не будет среды, где у ребенка будет возникать потребность, имеющиеся у него уже сегодня навыки постоянно применять, то, наверное, ситуация с родным языком может оказаться в такой же ситуации, как изучение иностранного языка, чего нам бы совершенно не хотелось. Одна из гостей округа, модератор семинара из Республики Саха-Якутия Феодосия Габышева, считает кочевые детские сады одной из самых действенных практик по сохранению родных языков. Сегодня мы имеем полный нормативно-правовой акт, можно сказать, да, начиная от законов, кончая программами, учебно-методическими комплектами именно по кочевому образованию. Я это очень приветствую. Я думаю, что именно языки сохранять, развивать, начиная с общения в семье, в окружении, где есть среда такая, непосредственно интегрируя и язык, культуру, и идентификацию конкретного народа. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, телеканал «Север». Педагогам окружных СУЗов будут компенсировать аренду жилья. В текущем году этой мерой соцподдержки смогут воспользоваться 9 человек. По инициативе Общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАО разработаны поправки в закон об образовании, призванные привлечь педагогических работников в образовательные учреждения округа. Действующая редакция окружного закона позволяет оказывать эту меру соцподдержки только работникам детских садов и школ региона. Предлагается с 1 октября 2019 года распространить гарантии ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения на педагогических работников окружных профессиональных образовательных организаций, не обеспеченных жильем. По словам заместителя руководителя окружного профильного ведомства Лианы Храповой, на сегодняшний день перед департаментом стоит задача привлечения в регион высококвалифицированных кадров, и такая мера поддержки поможет ее реализовать. Компенсация позволит нам более привлечь и пригласить, то есть сюда для работы специалистов, которые будут готовить кадры для экономики. Для одиноких граждан и пар компенсация составит до 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей семьям с детьми. Принятие законопроекта потребует дополнительных затрат из окружного бюджета в размере 338 тысяч рублей за счет на 9 человек, согласно информации, представленной Департаментом образования. В свою очередь, Татьяна Федорова обратила внимание на необходимое строительство в округе арендного жилья. Добавлю, что ознакомиться с законопроектом и высказать свое мнение можно на официальном сайте регионального парламента. Его адрес в интернете sdnow.ru. Более 13 миллионов рублей выделены из окружного бюджета на выплаты семьям, в которых дети не посещают детский сад. Социальная поддержка семьям на одного ребенка в месяц составляет 6 тысяч рублей. Сегодня ее получают 184 семьи Ненецкого округа. В большинстве случаев это семьи, где ребенок не посещает детский сад по медицинским показаниям или находится за пределами региона. Напомню, согласно указу президента, с 2016 года всем детям в Ненецком округе с 3 до 8 лет обеспечена 100% доступность дошкольного образования, то есть предоставлено место в детском саду. Как сообщают в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, в целом, согласно окружному законодательству, пособие ежемесячно выплачивается родителям ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет, который не посещает детский сад по причине отсутствия места. Кроме того, пособие положено тем семьям, в которых ребенок воспитывается на дому по состоянию здоровья или ему требуется специализированное учреждение, которого нет по месту проживания. На социальную поддержку из бюджета НАО могут рассчитывать семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения. В 2019 году на эти цели в окружном бюджете выделено 13 миллионов рублей. В дни празднования 90-летия округа в Нарьян-Маре прошел первый российский фестиваль еды и культуры тундры. Уникальный в своем роде «Тундрафест» – это способ рассказать о гастрономическом многообразии тундрового края и его культуре. Тему продолжит моя коллега Екатерина Дементьева. В рамках фестиваля прошло множество мероприятий от дегустации блюд до проведения мастер-классов по их приготовлению. На гастрономический праздник приехало немало гостей из Архангельской и Вологодской областей, республик Коми, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края. Но и местные повара не остались в стороне. С их участием провели конкурс «Битва ресторанов», который прошел в двух номинациях – «Лучший ресторан» и «Лучшее заведение общественного питания».
На первом этапе испытаний за конкурсантов голосовали пользователи интернета, выбрав по 3 претендента в каждой номинации. А вот второй этап оказался куда сложнее и интереснее. Несколько дней квалифицированные эксперты ходили по ресторанам и местам общественного питания и в качестве тайных покупателей оценивали оформление блюд, их вкусовые качества, обслуживание и многое другое. Я, конечно, оценивала и подачу, например, начиная от того, что есть ли на тарелке какие-то несъедобные элементы. То есть часто для украшения блюд используются такие детали, которые потом невозможно съесть. Для меня это большой минус, но для меня лично. То есть я считаю, что если на тарелке что-то лежит, все должно быть съедобным, начиная там от цветов, какой-то травы, может быть, лист какого-то экзотического растения, на котором что-то подается. Я не про сегодняшнюю дегустацию, а в целом. Вот, поэтому вот это, например, я оценивала, насколько съедобно все, что подается, насколько соответствует посуда тому блюду, в котором, который подается на этой посуде. Ну и, конечно, степень приготовления, насколько там пересушены, например, или не пересушены щучьи котлеты, насколько уместна подача того или иного соуса, или наоборот отсутствие этого соуса. Для того, чтобы не возникло подозрений в необъективности оценки, организаторы пригласили независимых экспертов из Москвы. А жители столицы, как известно, удивить непросто. Впрочем, именно это удалось сделать всем претендентам на высокое звание. Мне, как творческому человеку, всегда интересна подача. Как оформлено блюдо, как оно смотрится в целом на тарелке, насколько оно гармонирует с столовыми приборами, с... собственно, ну, со всем остальным. Поэтому, не знаю, все, что я увидела, это на высшем уровне, не знаю, то есть это не хуже отнюдь, чем, там, не знаю, в каких-то московских дорогих ресторанах. Ненецкая земля богата уникальными вкусами и запахами. Привычные в рационе питания продукты для жителей Заполярья не могли не произвести впечатление на экспертов. После долгих трапез, признаются столичные гости, потрясающее послевкусие еще надолго останется в памяти каждого. Я оленину, когда пробовал в Москве, она мне нигде не нравилась. Ну вот, а здесь она везде совершенно изумительно готовится, совершенно изумительно подается. И я понял, что ну, вот именно вот такую оленину как бы, я хочу есть. Вот, это ну, все вкусно и все прекрасно. Результаты конкурса «Битва ресторанов» подвели 15 сентября во время гастрономического фестиваля «Тундра». Наибольшее количество баллов в номинации «Лучшее заведение общественного питания» набрала пиццерия «Дон Пеперон», а в номинации «Лучший ресторан» победу одержал «Фрегат Пустозерске». К битве ресторанов мы не готовились. Почему? Только потому, что у нас бизнес же не останавливается в любом случае. Гости к нам ходят, и это все получилось достаточно спонтанно. Участники, я считаю участников всех достойными, то есть все рестораны Заполярная столица, Тиман, все мы абсолютно разные, но все на достойном уровне. Победители битвы ресторанов получили денежные сертификаты на приобретение необходимого оборудования. Ну а в планах организаторов сделать гастрофестиваль традиционным. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Напомню, наши новости также можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагучи».